Приветствую на канале Redline. Представляем бизнес-радио «Азовская столица» для тех, кто интересуется зарубежной недвижимостью и вторым экономическим гражданством. Наша аудитория – деловые люди без региональной привязки. Нас с удовольствием слушает Украина, Россия, Казахстан, Грузия, Болгария, Германия, США и другие страны. Радиостанция ориентирована на деловых людей, интересующихся сохранностью и приумножением средств в сфере зарубежной недвижимости, офшорной индустрии, зарубежных банков и второго гражданства. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями, и наши специалисты предоставят вам высококлассную консультацию по вопросам вышеуказанных сфер. Мы работаем также с англоязычными компаниями, информацию о которых на русском языке вы не найдете. Мы предоставим вам информацию в виде электронных цветных брошюр, по желанию полиграфии, слайдкастов, аудиоподкастов, электронной рассылки и статей в блоге по интересующим вас темам. Мы интерактивны в наших соцсетях. Мы онлайн-радиостанция категории Gold, и мы держим марку. Азовская столица. Здравствуйте, с вами Алексей Чеботарев. И это подкаст «Интернет-инвестирование. Правила финансовой безопасности». Сегодня я расскажу вам о том, как начать зарабатывать в хайпах. Многие желающие заработать на инвестициях задаются закономерным вопросом. Как начать зарабатывать в хайпах? Даже после прочтения большого количества ознакомительной литературы сомнения остаются. Если вы действительно хотите прибыльно инвестировать, относитесь серьезно к работе. Это поможет удачно начать и избежать распространенных ошибок. Никогда не забывайте о рисках. В этой сфере бизнеса они небывало высоки. И если вы не готовы смириться с ними, вам не стоит заниматься инвестициями в проекты. Алгоритм действий. Первым шагом это будет регистрация почтового ящика. Этот ящик нужно будет использовать только для инвестиционного бизнеса. Причем я настоятельно рекомендую воспользоваться почтой Gmail. Дело в том, что большинство почтовых интернет-сервисов сразу удаляют письма от инвестиционных компаний, принимая их за спам. Происходит это прямо на почтовом сервисе. В результате вы даже не узнаете о нужных вам письмах. Предложенный мной вариант позволяет найти показавшиеся подозрительными системе сообщения в папке «Спам» и самостоятельно решить, полезны они для вас или нет. Не забывайте, что пароль должен быть надежным. После регистрации аккаунта в Google обязательно пройдите аутентификацию дважды. Такая операция поможет предотвратить хакерские атаки на вашу личную информацию. Позаботьтесь о безопасности. Для каждого кошелька необходимо подключить дополнительную защиту – SMS или кодовую, карту или токен. Для почтового ящика также установите дополнительную защиту. Включите в настройках безопасности вход по двойной аутентификации, пароль плюс SMS. В каждом новом проекте используйте новый логин и пароль. Пароли можно заранее сгенерировать и хранить в защищенном файле. Заведите кошелек. Следующий этап – регистрация электронных кошельков в платежных системах. Обычно для получения доходов от инвестиций используются такие популярные электронные платежные системы, как Perfect Money, ADV Cash и Payeer. Теперь я подробнее расскажу вам о каждой из этих платежных систем. Perfect Money – самый распространенный электронный кошелек. Обязательно регистрируйтесь в Perfect Money. Многие инвестиционные проекты работают только с ними. Вот вывод на эту систему в разы быстрее, чем на банковские карты. А далее переводите ваши ПМ на любые банковские карты. Просто воспользуйтесь обменниками, за которых я расскажу вам далее. ADV Cash. С 2015 года эта платежка стала самой удобной для обналичивания средств, благодаря своей банковской карте. Выводить деньги с Perfect Money за 10 минут. Все благодаря банковской карте ADV Cash. Также и другие электронные кошельки. Payeer.
один из важнейших платежных систем. Это не менее популярная платежная система. Здесь есть много вариантов для обмена и покупки с любых банковских карт. Все переводы очень быстрые, а также очень красивый и удобный сайт. Также стоит отметить, при регистрационной операции необходимо указать настоящие данные. В противном случае не удается пройти верификацию, без которой сумма комиссии на переводы внутри системы будет намного выше, чем у пользователей, прошедших идентификацию личности. Кроме того, в этих системах существуют такие продукты, как офшорные карты, которыми можно успешно пользоваться для снятия наличных после прохождения верификации. Еще один очень распространенный вопрос. Как купить Perfect Money? С помощью обменных пунктов. Итак, теперь расскажу вам об обменных пунктах, где можно купить и продать практически любую валюту мгновенно. Change.cc. В этом обменнике буквально за 10 минут вы сможете поменять, перевести, например, ваши Perfect Money на пластиковую карту Visa MasterCard, а также мгновенно купить PM и другие электронные валюты. Важно! Еще меняет с WebMoney. Также выгодные курсы обменных валют вы можете найти на сервисе BestChange. Для того, чтобы в самом начале своих опытов не потерпеть больших убытков и получить опыт, небольшой оборот средств будет лучшим решением. Не на крупных суммах вы успеете разобраться в тонкостях регистрации и в хайпах, вводе и выводе финансовых средств. Инвестируя небольшое количество денег, вы не потерпите значительных убытков. Обращайтесь, не пренебрегайте получением информации в разнообразных интернет-ресурсах, предназначенных для целевого общения. Если не стесняться спрашивать, а полученную информацию тщательно изучать и систематизировать, можно добиться отличных результатов в короткие сроки. Согласитесь, это и является основной целью. Спонсор эфира – агентство переводов «Lingua24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingua24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingua24.net. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Μαριούπολη. Νομίζεις ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μου ότι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Εγώ ξέρω κόσμο στη μέση, ας το κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Χάλασε μου ό,τι είχα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη. Αζόφσκα σταλίτσα.